Всем привет! Обзор из Fix Price на энтузиастов 33 и Дыбенко 7, город Санкт-Петербург. На энтузиастов кое-что появилось из новой золотой коллекции. Листики, цветочки пригодятся для сервировки праздничного стола, например, для декора. Можно в них хранить какую-то мелочь, ключи, монетки, например. Также можно, конечно, на подарок взять. Симпатичные, сделаны из керамики, 199 рублей цена. Вазочки тоже новые, очень интересные. Посмотрите, какое у них покрытие. Они вроде бы серо-голубые, но отливают золотом. Приятная у них шероховатая поверхность. Цена 249 рублей. Рядом с янтарной коллекцией тут увидела новые кружки с орнаментом, но нужно выбирать. Смотрите, первая попалась, уже не очень ровный рисунок на ней. Два вида орнаментов увидела. Вот первый вариант показала и второй. Сделаны кружки из опалового стекла. Объем 370 мл. Так, хорошая кружка, тяжеленькая, но рисунок выбирайте. Здесь вообще за край вылез. Ценника пока нет, но я думаю, что в районе 100 рублей, как обычно, все кружки стоят. Но новые пластмассовые органайзеры, вот такие маленькие, показывала уже, по-моему, на индустриальном они есть. Хороший плотный пластик, прорезные ручки, такая шероховатая поверхность. Ножки есть небольшие и два цвета тоже приятных. И побольше тут вот есть размером 20 на 28, высота 9,5. Конечно, подойдут не только для кухни, в гардеробной можно. Цены 116 и 174 соответственно. А вот эти круглые подносы, думала, что очень хорошая новинка, но столько на них плохих отзывов, что они шатаются, качаются, все их возвращают, к сожалению, не советую. Новые разделочные доски появились, смотрятся стильно, 25 на 20 размер, дерево такое темное, все они разные, похожи по цвету на акацию, но вот не знаю, указано, что просто дерево, 199 рублей. К Новому году змеи привезли полотенчики с таким змеиным рисунком. Кухонные полотенчики хлопковые. Размеры 50 на 40. Производит Россия. Цена 149 рублей. Коврики для ванной на прорезиненной основе. Тоненькие, мягкие, приятные. Расцветка такая под плитку, под камень. 200 рублей цена. Новое средство для мытья посуды. Это гель 3 в 1. Это густой гель, активная пенка и удаляет жир. Нежные руки с бальзамом в составе. 650 мл, 79 рублей. Новое жидкое мыло, было похожее, в баночках похожих. А теперь, видимо, новый аромат инжира и такая этикетка красивая. 480 мл, 79 рублей. Жидкое мыло от Grass Milano, мыло парфюмированное, ароматы. Чайной смородины, чайной розы и сандала, 149 рублей. Снова приехал парфюмированный спрей с ароматом табак и ваниль, 83 рубля. И для детей обновленная шаума, шампунь и бальзам, и шампунь и гель для душа. Специально для волос и кожи детей, без слез, без добавок вредных, 149 рублей. Для тепла вот такие повязки приехали, это новые. Производство июля 24 года, 100% акрил, вот с таким вот украшением спереди. Есть розовые, коричневые, белые, там вот такие вот серо-голубые, зеленые, в общем, всевозможные цвета. 199 рублей цена. Пижамки детские привезли, вот на мальчиков такие вот с машинками. 100% хлопок, желтые, серые. Видите, серые штанишки и желтый верх. Смотрите, рост. Тут отмечена галочкой в таблице. Производит Россия. Вот такие вот есть с мишками, с лапками. Розовые. Видите, на девочек уже с овечками. Много пижамок завезли. 350 рублей цена. Теплых носочков много, видимо, довезли, но их каждый год продают. Такие рисунки зимние, новогодние, уютные, теплые, мягкие носочки. Вот такой внутри меховой флис. Есть на подошве противоскользящие пупырышки, такие прорезиненные. Также есть с рисунками с пингвинами, еще с какими-то зверюшками, с ламами. Цена 299 рублей. Чай – это упаковка подарочная, там ассорти пакетиков, разные вкусы, чайная коллекция. 30 пакетиков, 250 рублей. Новые чипсы, соус чили и утка с соусом из дикой брусники. 62 рубля. В книгах тоже нашла новинки. Вот такие маленькие справочники школьникам. Очень удобно. Тоненькие, легкие. И там собран самый полезный и нужный материал по всем предметам. Это целая упаковочка. Видимо, только их завезли. Еще не разобрали.
Ну, раньше такие привозили. Я, кстати, своим детям покупала. Удобно и дома пользоваться, и с собой брать. Видите, тут можно сразу целую коробку, наверное, можно купить по всем предметам, если вам надо. Такие мини-шпаргалки стоят 59 рублей. На энтузиастов много книг для малышей с липучками на разные темы. Вот сзади в конвертике как раз разные фигурки. И открываете книжку, тут видите липучки, куда можно присоединить разных зверюшек по теме. Для малышей как раз для изучения самое то. Тут и насекомые, кто где живет, что ест, время, часики, тело человека. И в книжке 25 липучек, толстые странички, яркие картинки, крупный шрифт. В общем, малышам точно понравится. Такие книжки по 250 рублей. А еще нашла вот такие отличные блокноты. Это серия для детей, блокнотики IQ на разные темы. На пружинках, тоненькие, легкие, тоже удобно брать с собой. Хоть в автобус, в поезд едете, вы идете, или просто на прогулку, в машину, дома можно заниматься. Там очень много тем развивающих. И цена 62 рубля. Понравились книжки тоненькие. Это серия «Рисуем наклейками». Тут 120 многоразовых наклеек. И цифры, видите, можно, нужно искать кусочки с подходящей цифрой и приклеивать, будет получаться рисунок. Тут тема Простоквашино, рисунки из этого мультика, а также вот есть Hello Kitty и другие разные по мультикам интересные темы, развивающие. Тут вот, видимо, для малышей «Мой дом», для маленьких там поменьше деталей, попроще. Ценника, к сожалению, не нашла, но, наверное, они недорогие, на сайте тоже почему-то их нет. Кое-что еще осталось из серии книг для подготовки к ЕГЭ. Тут по всем предметам тоненькие такие книжки, мягкий переплет, цена 200 рублей. Вот такие новогодние подарки уже есть в продаже. Цены видно 200, 250 рублей, 350, там, конечно, разные конфетки. Вот это карамельки 62 рубля. Также в продаже есть чай в красивых праздничных упаковках по 150 рублей. Пока еще не разбирает, но ближе к Новому году, конечно, это все активно раскупят, потому что цены сравнительно невысокие, в других магазинах будет дороже. Из новогоднего такую новинку видела, это наборы для выращивания елочек. Тут стаканчик, и там все, что нужно, почва, семена, и оформлено красиво. Есть инструкция, как посадить, как ухаживать. Цена 87 рублей всего, тоже можно в подарок принести ребенку, например. Также на энтузиастов есть санты, кому актуально, поезда есть, ну и выбор большой в отделе с новогодними товарами, и гномики, и лошадки. Выбор большой, пока что не раскупает. Вот, кстати, ежики новые, такие же, как птички были, только ежики не видела, из полирезина. Маленькие, ну, нужно выбирать, конечно, 69 рублей. Друзья, дальше идем с вами на Дыбенко 7. Я второй раз в этом магазине. Он такой, как будто бы в подъезде, видите, лестница такая интересная. В общем, надо его еще найти. На втором этаже находится. При входе также новогодние товары. Увидела колпачки новогодние. У нас, по-моему, их еще не было, не видела. Такие средней толщины, не самые тоненькие. Белые, красные, синие есть с блестками, со звездочками. С помпончиками, конечно же. Цена 100 рублей. Также тут в продаже есть новогодние открытки. Есть конвертики. Это кто, если хочет подарить денежки в подарок. Конечно, разные рисунки тут. Все красивое, блестящее, елочки. Вот это мне понравилось, машинкой новогодней. И есть побольше открытки. Красивые. И цена 39 рублей. Новогодние салфетки есть. Со снеговичками вот эти понравились, с елочкой, с белочками, есть с ягодками, веточками. Большой у них размер, 33, по-моему, такой еще новогодний дизайн. Цены не нашла. Вот эти шарики еще не разобрали, у нас как-то быстро их смели, особенно со снежинками, с елочками, с зелеными, с оленятами разобрали. По 149 рублей, а здесь то еще все три дизайна есть. Змейки тут остались только бежевые, желтые и серенькие, зеленых разобрали. Так. Сколько они стоят? 400, по-моему, тоже стоит. Больших гномов уже нет, растущих. Тоже их разобрали тут. Паровозиков, поездов точнее. Еще несколько штучек по 200 рублей. Красные, белые. Есть свечки, елочки по 99. Разного цвета они. И есть еще такие свечки, яблочки тоже еще. Одна упаковка. 133 рубля.
Новогодние домики, подсвечники, а вот это светильники. Хорошо их раскупает. Они разные, разные дизайны. Мне больше всего нравятся такие коричневые, без человечков. Хотя они тоже как бы не очень аккуратные, но мне написали, что это стиль такой. В общем, симпатичные. 199. Елочки продаются поменьше и побольше. Вот они тут в расправленном виде. Можно посмотреть качество, сравнить. Ну, не очень густая, такая простая елочка. Маленькие есть бирюзовые, белые, 174 рубля, 70 сантиметров. И большие 120 сантиметров, 400 рублей. Тут у нас снег, хлопушки, тоже все выставлено. Покажу вам, что еще интересного есть на полочках, вазы. Что тут из декора, может быть, что-то хотели купить. В этом магазине много интересного того, чего уже в других давно нет. Например, сюда завезли или еще не разобрали вот эту корейскую пасту по 200 рублей. У нас давно ее уже не видела. Потом вот такой вот бальзам для блондинок, тонирующий. Оттеночный бальзам, теплый блонд. Это нейтрализатор желтизны, 79 рублей. У нас уже не видела давно. Большой выбор разных кремов, причем такой порядок, тут хорошо все расставлено, видно. Активист тут, смотрите, сколько у нас уже его разобрали. Хорошие отзывы на него. От Калины тут по 69 и по 59 крема стоят. И дозаторов сколько? 349, давно их уже нигде нет, может быть, снова завозят. На дозаторы были разные отзывы, у кого-то не получалось, у кого-то отлично они работали. В общем, надо смотреть. Адвенты новые появились. Волшебник изумрудного города. Открывает ребенок окошки. Так, я смотрю, тут тоже 24 окошка. Ну, можно подсчитать и до Нового года, чтобы как раз... Тут вот еще есть какая-то игра. Масса 55. Маленькие конфетки будут. Смотрите, состав. Вот такие: сахар, масло какао. В общем, не шоколадки, но типа того. 99 рублей стоят адвенты. А еще увидела печенье вот такой банки со змеей. Везде только Дед Мороз, Снегири, там Дед Мороз со Снегурочкой. Со змеей впервые вижу, черная. Какая красивая, черная в золоте. Печенье 150 грамм, баночка хорошая. 124 рубля цена. Красивые подарочные банки. И на осеннюю тему, оказывается, вот такие были с калибри. Тут девушка тоже в листиках. Красивая. 124 тоже печенье. Друзья, на этом буду обзор из фикс-прайс заканчивать. Дальше прицеплю во второй части обзор из магазина Галамарт. Кто не видел, кто пропустил, очень мало было просмотров, поэтому оставлю здесь второй частью. Проходите, смотрите. Ну и всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем всего отличного и пока-пока. Друзья, всем привет. Это обзор из магазина Галамарт. Находится он у метро Большевиков, город Санкт-Петербург. Тут уже на входе выставили новогоднюю коллекцию. Ну, еще не все, когда я была, но... Наверное, уже все выложили к сегодняшнему дню. Конечно же, большой выбор разных гирлянд. Цены вам видно. Вот 1500 дорогие, 600 рублей. Есть 700, 400 рублей. Покороче, поменьше лампочек. Есть мультиколор. Например, шторка 96 лампочек 500 рублей стоит. Вот тут красота 990 переливается. Все сверкает, мигает. В общем, выбор большой. Декоративные маленькие елочки с яблочками блестящими по 300 рублей. Вот такие золотые елочки 370. Сделаны, кстати, достаточно аккуратно. Пригодятся и просто украсить комнату, и новогодний стол можно красиво украсить. Фигурки по 250, гномики вот такие маленькие по 200 всего. Кстати, вот симпатичные тут и гномики, и есть снеговички, там санты, по-моему, по 200 рублей тоже. Фонарики, елочки по 300. Большой выбор шаров, но это все пластик, и вот эти блестки очень осыпаются. Цены бюджетные, 270-150, гномики такие симпатичные по 250, побольше по 800, вот такие девочки, это тоже гномики, и рядом большой гном 800 рублей в блестящей шапке. Украшения расставили по цветам. Вот здесь вот серебристые, такие голубые тона, тоже гномики, игрушки красивые, пластмассовые, правда, но красивые. Если вы украшаете, например, елку все в синих тонах, вот можно посмотреть, присмотреться. Небольшие светильнички, елочки по 300, они из пластмассы.
Вот такие интересные, как лампы по 230, маленькие елочки по 170. Очень мне напомнили елочку из IKEA. Там были подобные, по-моему, из стекла. Здесь пластмассовые по 170 рублей. И серебристые лоси 300. Большой выбор игрушек, сосульки, мишура, конечно же, банты есть. Розовая мишура 19 рублей всего, по-моему, очень бюджетно. Здесь вот такие уже разноцветные. Понравились гномики. Фетровые по 99 рублей всего, хорошая цена. Цены на игрушки 69-99. Легкие, пластмассовые, можно не бояться, что кошка уронит, разобьет, или что ребенок разобьет. Декоративные змейки, конечно же, есть символ года, 150 рублей, побольше, поменьше. Ну, побольше, подороже, конечно, 370-400. Небольшие шарики, внутри тоже змея, такие по 200 рублей. Ну, ниже опять гномики, феи, барашки по 300 рублей фетровые, очень симпатичные. Но 300, мне кажется, не очень бюджетно. Рядом симпатичные гномики по 200 рублей и 270. Мягкие игрушки, серые белые мишки в красных кофточках 600-500 рублей. Конечно же, подарочные пакеты, упаковки 300-150 рублей, побольше, поменьше. Вот есть носочки, тоже можно и подарки сложить, или просто для красоты повесить побольше. 99 вот такой носочек, поменьше 79. Подарочные металлические коробочки по 99, разные шкатулочки. Здесь вот коробка еще и с ключиком-замочком. Думаю, что детям обязательно понравится. 130 рублей. Рядом 99-59. Подарочные мешочки для подарков. Вот мне понравились. Из ткани сверху затягиваются на веревочку. 130 рублей. И вот эти поплотнее, с такими блестящими рисунками, 250 рублей. Ленты, аромадиффузоры. Ленты, смотрите, цены видно. 130 рублей, 100 рублей, 70. Узкие, широкие, блестящие, любые. Выбор тоже тут большой, хороший. Выше праздничная посуда, стаканчики, тарелочки. Очень удобно, что тут ценники сразу. Все видно. 60, 90 рублей, 80. А вот эти венки очень тоненькие. Такие какие-то очень изящные. Мне кажется, цена для них высоковата. 400 рублей. И вот красный 300 рублей. Кое-что уже есть из новогодних костюмов. Колпачки по 60, самые простые, по 100 рублей. Золотые по 130, хлопушки. Снег 130 рублей. Тут короны, конечно же, для маленьких фей, принцесс. А вот такая корона 50 рублей всего. Волшебные палочки по 30 рублей. И маски блестящие тут, и борода Деда Мороза продается, 100 рублей стоит. Разные веселые, забавные очки новогодние по 100 рублей. Тут и с усами, с шапкой, с носом. Смешные. 150, вот такие простые, по 50 рублей. Ушки, рожки блестящие. В общем, выбор есть. Из посуды пока что вот такой островок небольшой. Не знаю, возможно, дальше. Сейчас пройдем по магазину, посмотрим. Стеклянные по 149 шишки. Так, побольше. Там 199, 179. Такие уже новогодние рисунки. 179 тоже. С гномиками серия. Тоже симпатичная. Маленькие побольше. 99, 129. С шишками 119-155. А вот такой наборчик, лопатка и формочка, 149 рублей. Как-то их тут мало, возможно, уже разобрали. Они, кстати, разные рисунки тут на лопатках. Есть вот такой вот рисунок. Разные блюда. Это подставка под ложку, 249-249. Блюдо елочка. Такое 300 рублей. Так, продается в коробочке. Керамика 21 на 3. И вот такой домик 400 рублей. Тут у нас 200 рублей подставка. Под горячее. Керамика и пробка 20 на 25. Круглые подставки тоже такие новогодние, но рисунок, честно говоря, не очень качественный.
не яркие, они разные там рисуночки. 200 рублей. Кружки по 199 в коробках. Так, вот здесь что-то. 269 набор. Две лопатки побольше, поменьше. Кольца. Это, по-моему, с прошлого года. Хотя нет, с гномиками, значит, новые. 359 металл. Это полотенчики кухонные. Ой, красивые, полосатые. Разный хлопок, 5 дизайнов. 38 на 64. Нашла только 4 дизайна, наверное, уже разобрали. Дальше тут, смотрите, такие как будто бы конфетки. Это тряпочки для уборки, салфетки. 20 на 20, 95 рублей. Полотенце 155. Полотенце кухонное в подарочной упаковке. 359. Так, а тут чехлы для подушки Тедди. 309. Вот эти мне понравились. Так, есть они еще темные. А есть вот такие. По 649, 40 на 40. Полиэстер молочный. Очень пушистые такие. 309 и 649. Катерти. 1100 рублей. 140 на 230. Красивые. Так, это, по-моему, ткань. Текстильная с водоотталкивающей пропиткой. Да, полиэстер 95,5, лен. Тоже такая, можно и на подарок. Смотрите, какая красота. Тут с веточками, с ягодками. 110 на 140 с водоотталкивающей пропиткой. Но это тоненькая. 399 рублей. Так, интересно, есть ли размеры побольше. 110 на 140 как-то маловато. Здесь, наверное, все одинаковые. Вот такая есть. 140 на 180, блестящая. Светленькая и темненькая, шоколадная, с золотой ниточкой. 769. Это что такое интересное? Это фетровая подставка. Наверное, ее надо собирать. А, это кольца для салфеток фетровые, две штучки. Да, скручиваете, собираете. А есть еще вот такие подставки под чашку. Там, видите, рисунок выбит, шишки с веточками. Так. Подставка фетровая, 4 штучки, 239. Кольца для салфеток 120. И 179 вот такие подставки. Это для приборов. Две штучки. Хороший плотный фетр. Так, тут покрывало 1700. 200 на 220. Так, большое. Тоже перевязано блестящей ленточкой. Такое бархатистое. Ой, это пушистая. 1100, 130 на 170, полиэстер. У него какой интересный ворс, как елочка. То есть не весь подстрижен, смотрите. Он полосками такими пушистыми. Классный. И вот это вот плед, такой же, как можно взять вместе с наволочкой комплект. Такой мягкий-мягкий флис, наверное, скатается. 1500, полиэстер, 180 на 200. Плед Тедди. Ну, как вата прямо. И вот здесь полотенчики висят. Красивые, кстати. 299 хлопок, полотенце, 40 на 60. И вот такие с гномиками 299. И махровая 155 с елочкой. Также есть прихватки 69 рублей квадратные, 189 рукавички. Вот такая вот еще рукавичка. Акция по 199 рублей. Вот такие теплые носочки детские, шерстяные, они прям колючие на ощупь. Так, 47 овечья шерсть, полиакрил, полиэстер и спандекс. И вот большие тоже есть, 27-29, в основном детские, серые, коричневые и бежевые. Перчатки есть, тоже детские, полиэстер, акрил, 199, полотенца, мешочки. Пакеты с замком-слайдером, 20 на 30, 10 штук. Тут же по 149 все, батарейки есть, а вот такие полотенца хозяйственные. По 99 крючки, 6 штучек. Шторка для ванной 180 на 180, ну совсем тоненькая. Щеточки вот такие, кстати, хорошие, утюжки. Так, это влажные полотенца.
60 штук, 18×27, хозяйственные. Тиснение соты. По 99, хорошая цена для уборки. Это вакуумный пакет 60×80, детские влажные полотенца. Тоже большой размер, 42 штучки. Тряпочки, шланг для душа 99. Рыбий жир. Пакеты, полотенчики, это по 69 рублей уже. Вафельные хлопковые полотенца, тоненькие, хорошие. Хозяйственное мыло 69. Здесь-то еще нашла новогоднюю серию продолжения салатник 19 сантиметров, стекло 269, поменьше 149, стаканчики по 119, кружка 89 рублей 200 миллилитров. И вот такие вот кружки по 155, стаканчики 119. Винажницы симпатичные, такие в форме. А, это поднос сервировочный, 24×24, цветочек. Похоже на бамбук, сделан из бамбука. 349 со скидкой сейчас. А есть вот такие по 249, просто круглые, 20 диаметр. Три отделения, три секции, 469, вот такой подносик. Хорошие тут салфетки, они с одной стороны мягкие, а с другой такие шершавые, как крючки. Очень удобно что-то чистить, вот одной стороной чистить, другой собирать сразу. 30×30, 69 рублей. Написано, что не требует чистящих средств. Повышенная прочность. Тут много таких есть, вот просто мягкая с уголочком, с таким скрабирующим. 99, кстати, пушистые тряпочки, вот для стекол. Такая безворсовая. Есть прям набор 200 рублей. Тут все и жесткая, и для полировки, и для стекол. Вот это тоже для стекол и зеркал. Тут большой выбор всегда. Вот такие еще есть наборы 249. 5 штук. 30×30. Тут они тоже разные. И пушистая, и для стекол. Вот у меня такая есть, кстати, очень хорошая. Вот это тоже, по-моему, для стекол. Ворса нет. 300 рублей вот такой набор. 30×35, 6 штук. Не оставляют разводов. Какие-то толстенькие, прям такие плотные, хорошие. Вот 19 рублей лучшая цена. Набор 3 штуки. 30×25 вискозные салфетки. Вообще 19 рублей цена. А есть вот такие классные салфетки, тряпки для пола 50×60. Вот эти темные полоски, они жесткие. Мягкая, жесткая, то есть вот что-то отскребать прямо. Вторая сторона просто мягкая. Вот это хорошие. 200 рублей. 50×60. И набор салфеток 10 штук из микрофибры. 100 рублей. Защитный кран от брызг из алюминия. Помните, такие были, по-моему, фикс прайс? 32,5×84. Защиту от загрязнений и жира. 149 рублей. Алюминий такой вот прям плотный. Думаю, можно согнуть, как вам будет удобно. Защищает стены, рабочую поверхность. Легко хранить в сложенном виде. Занимает минимум места. Складной. Легко отмывается. А еще тут вот такая сеточка последняя. Сетки, помните, фикс прайс были здесь. Она 30×30 и край обшит. И ячейки покрупнее. Очень удобно, я покупала. Можно и овощи, и что-то чистить, мыть. И посуду мыть. Вот видите, тут они очень быстро сохнут. Сетка для мытья посуды с твердыми узелками, прочными ребрами жесткости. 79 рублей. Очень хорошая, прям рекомендую. Очень нравится мне. И как всегда, тут огромный выбор крючков. Любые тут настенные крючки на липучках. Смотрите, цены какие хорошие. Есть прозрачные. Есть вот такой интересный держатель 85. Магнитики есть универсальные. Смотрите, сколько. Вот такие держатели. 5 штук, 65. Зажимы 59.
крючки для рейлинга 155. Минажницы 159. И вот здесь новогодние. Около кассы же, около выхода кружки. А вот такая кружка тоже с елочкой. Вот такая. Стеклянные со змеями, со всевозможными. Цены 119, 100, 200 рублей. Наборы для торта. Зимние забавы. Красивые прям подарочные упаковки. Тут у нас два предмета. Блюдо 30 сантиметров и лопатка. 26x7. Стекло. Наверное, дизайн такой же, как на коробке. Потому что они тут разные. 600 рублей стоит. А нет, 460. А это тоже набор для торта. 600 рублей. 460. Еще такой вот есть. Контейнеры с гномиками. Так, 850 миллилитров 105 рублей, 1,5 литра 130, 150 рублей, 2 литра 100, с шишками, с гномиками. Тут у нас кружка-контейнер 200, 750 миллилитров, 120, 155 контейнеры. Ну и куча всякой мишуры, видите, с какими крупными. 129 рублей 2 метра. 129, 100 рублей. А, тут все 129. Тут 100 рублей, 69 рублей, 99, 39. Вот это все по 89. 200 рублей большие шарики. Ну, змеи есть. 100 рублей, 150. Мягкий змейка полиэстер. А змейка 300, 200, 400 рублей. В общем, они тут разные, в зависимости от размера. Цена. С глазами маленькая такая. Это как брелочек уже. Ну, на рюкзак можно повесить, на сумочку. My heart's dancing.